Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Одразу після аудіюки військових саджають за те, що вони не витримали, за те, що їх кинули далі мовою оригіналу. Обов'язково скажу, за іменно за цих двоїх, далі? Да, да, да. Двоїх, Тимошу Горбань і Грисина Максим. Зараз от люди, 15 місяців, 110-я бригада, пробула на нулі, от этот чоловік один, другий. Пробыли на нуле. Ни одной позиции у них не забрали, ни одной позиции. За все эти 15 месяцев они отбили все атаки врага, и еще мы забрали у врага позиции, и ни одну позицию. Все, кто знает, 110-я бригада под Приютным, Новодаровка, Ривнополь, вот это все направление, да? И сейчас эти человек, этих людей, которые танк стрелял 1000 раз, самолет там 2000 раз, ну вот это все за 15 месяцев. Немножко у него крыша поехала, он устал, видите ли. Видите, из-за этого его сейчас судят. От 5 и больше. Вот так вот будет сейчас, ну, статья 407, 408, там, они еще не знают, какую там уже статью им влупить. Будут сидеть они не где-то, наказание, а дисциплина обязательно должна быть. 100% в армии должна быть дисциплина. И этих людей, которые пошли там в СЗЧ, надо схватить, поставить на пост, да, вот на пост, который на трассе, на блокпост. И сказать, все, ты будешь там 2 месяца без зарплаты теперь, допустим. Еще есть варианты, можно сделать лес, чтобы пилили, да. Можно наказать, как еще там людей, которые сами пошли на войну, да, еще раз напомню. Можно наказать, чтобы блиндажировали. Ну не от 5 до 10 зоны, где сидят преступники, которые совершили преступления, да, и эти идут, люди, дети, этим вообще по 20 с копейками лет, они стояли против танка с автоматом, это, напоминаю, те люди, которые с первого дня сами пошли на войну, их на зону, ну такого, это не может такого быть вообще, я не знаю, как можно принять такой закон, пан президент, которому вас, да, помогали вам в начале войны, сейчас, видите ли, мы чуть-чуть устали, и нас на зону. Не блиндажиры, там можно наказать, много способов найти, ну правильно? Много можно, но не зоны, повторяю опять. Этих тут командир роты приехал, подтверждает, что эти ребята, не было у них никаких вообще, никаких по службе, каких-то замечаний, главный сержант здесь, много кто подтверждает эти слова. Их сейчас судят в суде, как преступников завели в наручниках, мать плачет, ее не пускают до сына, которая ждала сына с войны, что может, не дай бог, он в гробу приедет. А теперь будет ждать его с зоны. Мать. Все. Как вот она там сейчас в шоке просто. Я вообще не понимаю. Как я буду воевать? Как я буду сейчас дальше воевать, когда моих пацанов, с которыми я с первого дня пошел на войну, сейчас будут на зону садить. А я должен дальше воевать, да, дальше да, бить. Это эти... судят за то, что человек просто... Вот не... так я должен не воевать. Воевать. Понимаете? Да, если пришел в гробу, у нас же как, в гробу пришел, ты герой. А если ты, видите ли, устал, ну ты все, на зону идешь. Волонтерка та матір військовослужбовця Олена Тепличенко пише: «Ну що, друзі, інфу вам надам, яку вам не розкажуть у телемарафоні «Зелених покидьків». В Авдіївці наших втрат величезна кількість, величезна. 110-та бригада особливо багато. Хто здався в полон, бо не було виходу. Третя штурмова «Красавчики», але не було снарядів, щоб хоч якось зупинити ворога. Хтось відходили самі і тепер рахується як СЗЧ, самовільне залишення частини. Залужний розумів, що треба було раніше вивести війська без втрат, так грьобаному кокаїнщику треба був піар любою ціною, як і пилу ненавиджу. Я розумію, що Зеленським керують його куратори, і сам він лише на папірі презик, але твої куратори не будуть відповідати, а ти, чотирижди уклоніст, не відмажешся. Ця кров на тобі. Загиблі хлопці будуть тобі являтися у вісні, поки ти будеш жити. Інформація від військових, які вийшли з того пекла. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.